Дополнение «Гнев Империи». Это комментарий по нему можешь дать? Да, конечно. Работа над дополнением «Гнев Империи» была очень жаркой. Мы... Почему оно «Гнев Империи» называется? На самом-то деле, ну, просто потому что «Гнев Империи». Потому что «Imperial Fury» нужно было «Империи» и что-нибудь громкое. Ну, а что за «Империя»-то там? Да нет там никаких империй. Давай пару комментариев скажу, которые вот я хотел сказать по поводу «Гнева Империи». Это ответы на вопрос, а потом вопрос придумаем. Вот. А мы планируем убрать баг в локации «Грез», где вы на своем бедном белом медведе проваливаетесь в никуда и больше не можете зайти в игру. Мы это и уберем. Все будет хорошо, ребята. Добавились новые места, где можно побывать в «Гневе Империи». А, так локация «Грез», куда могут прийти новички и медитировать. В этом году конкурс косплея рвет просто все рекорды по количеству участников. А сколько у нас интересных участников-то? Ну, их нормально так. Ну, и сейчас конкурс завершен, и я от всей души поздравляю победителя и желаю и в следующем году тоже принять участие в этом прекрасном событии, которое мы сделали традиционно. Ну и торжественное обращение игрокам. Да какое торжественное обращение? Слушай, а куда мне смотреть, в камеру или сюда? Друзья! Да из меня спикер, конечно, как из этого.